Помолись обо мне, дитя, когда я уже буду не с вами. Вы не пейте вина за меня. Помолитесь своими словами. Отнесите вы бедным все то, что собрали на помин шикарный. И не надо мне мертвых венков, вы поставьте мне крест деревянный. В светлом храме, любимом моем, где молилась и каялась Богу, пусть священник меня отпоет перед дальней и трудной дорогой. Почитайте псалтирь за меня, закажите на службе обедню. Мать детей научила, твердя, как ее хоронить перед смертью. Вот окончился женщины срок. Не забыли слова ее дети, отвезли они тело в морг, позабыли наказ от церкви. Но они не забыли помин и готовились целые сутки, чтобы был, как в день именин, стол, а вина уж набрали не в шутку. Завалили венками весь дом, позабыв помолиться о маме. Прилегли на кровать перед сном, ведь весь день поминали с друзьями. Видят, мама стоит у дверей, вся в лохмотьях одета и плачет. Дочка кинулась к маме своей, глянь, а бесы над мамою скачут. А один такой страшный висит, за лохмотье схватится и трепет. Ухмыляясь, он им говорит: всю одежду вы мамина съели, все добро, что копила она, поминая вино, вы пропили. Божья Матерь, что в храме ждала, даже к ней вы ее не пустили. Ангел Божий не может помочь, нет молитвы за женщину эту. Вдруг взмолилась за женщину дочь, в тот же миг стала мама одетой. А наутро, собрав всю еду, отнесла она людям голодным, и, покрывши платок на ходу, на могилку пришла в день холодный. И слезами своими она обливала могилку родную, умоляла спасти ее мать, Богородицу, Деву Святую. Литию прочитала еще, помолилась своими словами. Утешение в душу пришло, отворились врата ее маме.